Сидит Пилат один в камере. Ему уже скучно. Дайте ему туда пару гомосексуалистов типа этого профессора Хатиняна. Он не в парламенте должен сидеть. Он должен сидеть вместе с Пилатом в одной камере и удовлетворять сексуально друг друга. Этот человек должен сидеть в тюрьме. Мы 3 года, наша семья, требуем, отдайте правосудие этого подлеца, этого коррупционера.